Канске скрипнула дверь. Сейчас мне въебало как дадут. Я прыгаю. Да не ты это был. Над тобой, над тобой. Вон он бежит, он прямо. Блядь. Он на тебя накинулся. Вон он. Наверху на самом. Он снизу еще. Дал дыточки. Сверху аирдроп, минус? Который залутал. Нет, аирдроп, который залутал, я его ебнул. Иду лутать. Молодец. Так, здесь патроны забираю. Чё там? Адекват. Турель. Две ясно. Турели. Ага. Давайте наверх поднимемся, ребят, на самый. Болт. Опа. А вы где, слева пошли, что ли? Да-да-да, я слева иду. Аирдроп там весь смотрели? Да, я забрал, там остальные патроны были. Угу. Вижу, в низине у меня двое. Еба, мне в хэдшот сразу, ребят. Походу ТГГ, блядь. Ты живой? Нет, нет, добили. Он... Меня повалили с одной тычки в голову. Болт. Угу. 4 тычки от... Не... Ого! Вот я про то же. Тихо. Одного убил. Второго убил, все. Первый, лутаю. Меня там тоже подпилить. Лутаю. Не, ну что ты, блядь, меня вырубили. Тихо, 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 а где болт, 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 где болт? Лол, реально болт, да? Ребят. Да, лутаю. Томпсон, все. Шприцы. Броня. Биквалера. Со стенками бегают, понял? Все, ребят, я отступаю, ты долутывай, да, кто да, там? Да, да, да. Болт, ребят, так, кстати говоря, он без прицела был. Он тебя с мушки вдолбал. Ага, хуясь, он снайпер. При том, что я только вот вышел с горы, головка моя высунулась, и я лег нахуй. Ну хули, парень, на реакция просто. А там, блядь, 100 дерева и 50 металлических фрагментов, блядь. Несу пулемет, короче. Ну тебя нахуй. Ну интересно, да, мне, лучше, интересно. Блядь, оставь его мне, я, блядь, с ним бегать буду тогда. Интересно. Да, нет, это сольется очень быстро. Не пизде. А это, блядь, прям. Ну, ну у нас дома 3 пулемета. Я два пулемета всех хватает. Убью нахуй. Да конечно. А отвечаю. Огонь! Давай убьем, скажем, блядь. Не надо меня убивать. Ник, убиняй в стиме, срочно. Скажи, блядь, хейтеры. Все, все, тихо, хейтер. А что там перерабатывается до сих пор? А, это лак, что ли, был? Такой. Руки свои убрал? Адекват. А та... Хули ты сюда закидываешь? Уйди отсюда. Ну, перерабатывать надо, блядь, алло. Адекват, ну отойди, серьезно. Не надо воровать. А что ты, воровать. Я смотрю, я не буду воровать. Блядь, что за хуйня? У тебя там чувак скачет, твою мать. Ёб твою мать. Смотри, что выпало. Чё? Смотрите. Тело на калаш, 3 пружины, 3 шестеренки и 20 хай-квалити. Блять, мы только что переработали пулемет. А еще и меня чуть не убили. Я вся попался? Да. Блять. Осечка. Неловкая ситуация. Ну да. Как и с пулеметом. Было одно яйцо, теперь ни одного не осталось. Теперь у меня тима хейтеров будет. Чуть будете напоминать мне о том, что я переработал... Гребаный этот пулемет? А что будет, если ты потом еще переработаешь? Что будет, что будет? Пружины выпадут, хай квалити, возможно, сел на калаш. Так, блять, а что тут это? Догадываться вообще из. Ну не изучать его, просто переработать. Сходи нахер, а? Может, калаш выпадет. Демократия. Болтовка превращается. Превращается болтовка. Ёбаный мусор. Осечка. Адекват, адекват. Чего такое? У тебя с этим чуваком все в порядке. Мне что-то голова мотается как. Че? Еба, подставляю, адекват, это самый быстрый. У меня аж эпилепсия началась, голова. Такой же сидит за компом, трясется. Еб. А, это свой? Ты что творишь? Я стреляю.
Вы все видите это, да? Да. Ебать. У меня сбоку он лежит. Это заебал, я ухожу. Вот хуево, что не сиськи у нее трясутся, бля. Бля, соски, главное, торчат, прикинь. Угу. Цензура не работает на соски. Бля, я возбужден адекват, слышь. Голова трясется, а соски теплая. Видно. Может, и ноги раздвинуты. Да. Он. А ты зачем туда-то пошел, адекват? Привычки ебаные. ГГ адеквату, блядь. Адекват, завещание, пиши мое имя. Окей. Чего, канистра выпала? А, понял. За что, блядь? Вот это самая, сука, неудача, какая бывает, блядь. Дерьмо. Спасибо, изучил. Вот, стреляет биквалера совсем рядом. С дома, как в этом лесу. Не-не, нихера там вообще жесть. Раз двухстволка долби, значит, там в упор идут. Я за камушком сел. Ребята, не топаем. Где они стреляют? Дома. Туда бежит гол... Бля, по мне попали уже, ё-моё. И по мне сразу. С дома. Минус в лесу. Одетый был во что-то. Нет, не минус. Не минус? Голубой, голубой, да-да-да, все. Все, положил его. Ага, я ему хэд дал в тело, нихера он живучий. Так, чекай. Опа! Дал тычку. В лес, в лес уходит, в лес. Попал пару раз. Че у него там было? Что? Пистолет. Молодцы. Должен быть это. Валера, забираю. Давай. Потихонечку наступаем через лес, а там, где стреляли. Аккуратно двухстволки. Это наш? Нет. На дороге. Нет. Слева нет, фуловый. Нет. Слева, ребят, на дороге. Слева. Идем туда. Там фуловый. Хилюсь. Вижу. Угу. Здесь он, да? Да, кусты, кусты. Минус он, все. Убил. Убил, убил. Красава, красава. Смотрю, патроны, броня, попал, штанцы. Так, я хилюсь. Оружие не нашел, пэшка оружие наш? Не нашел. Да. Нет. Нет, не, как наш? Пэшка-то, если он с дома долбит. А? Затем я входит. Ребята. Беги сюда. Идем. Ира, да, ты да, отдельно да. Вообще не ходи. С нами ходи. Там наш, да, стреляет? Да, да, да. Угу. Ребята, оружие у этого чувака не нашел, я биквалеру. Сейчас найду. Он отступил. Где его вообще тело-то? Какие кусты? Я уже запутался. Вот кусты. Не то. В смысле? А куда его тело исчезло? Вот. Все. Вот я прыгаю. Так вот. Минус. Здесь где-то. Молодец. Это нет, другой уже. Нашел. Биквалеру нашел. По дороге бежит. Ага. Так, ну там голый бич. Сейчас будет в спине у нас там биквалера крысится. Откуда мы понял, пришли? Идем, идем, идем обратно. Забираем биквалеру. Так, я захилю сейчас до соточки. Оба-на. Он возле дома, да, который рейдили? Нет, дальше. По берегу, что ли, обходят? Ну, был там последний раз, я уже хз взял, ага. Конечно. Надо дом чекнуть, что там. Зарейдили, не зарейдили. Я внутри. Минус. Арбалетчик. Прохожу. Не зарейжены, ребят. Честно говоря, можно кирками выдолбить. Опа. Вот это наша тема. По берегу может, идем. Собираемся дома? У берега. Возле дома я у берега здесь, собираемся. Здесь. Давайте. Здесь. Вот до Утийского района. Подождите, а кто-то лишний, по-моему, за кем-то бежал, нет? Нет, все, мы все вроде. Ладно, все, идем. Бля, они сверху, наверное, да? Да, я наверх. Давайте попрыгну. Сверху, давайте наверх идем. Наверх идем. Главное, чтобы вот эта шелупень нам в спину не заходила. Ну да, 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 надо спину посматривать, конечно. Хорошо. Угу. Что такое? Чувак справа идет. Голый, по-моему. За нами шел? Да, да, да. Кто впереди? Я. Врага. Торопись, тебя. Минус один, их двое. Дальше убегают. Тер, ты подожди так нестись, ё-моё, мы еще сзади. Он байт. Иду. Внизу, внизу. Я байчу, а что делать? Они так убегут. Он в дом зашел голый. В дом зашел, да? Ладно, идем, идем. Ну что, забасил их? Нет, там он возле дома стреляется.
Один? Двое. Не-не-не, двое. Идем ближе, все. Это мы теперь. Ну, я знаю. Бля, опасно к их дому идти. Слушай, ну лучше, чем там. Без укрытия. Почему без укрытия? Скала слева. Хотя да. Тер, дай точную инфу, так откуда они стреляли? Это справа, за домом. Дом. За домом, где лэп, между домом и лэпом, там они были. Они убили, ага, понял, дальше все. По дороге. Угу. Ты шо там, ты шо? Хоть минус, минус один. Я слёг. Я минус. Минус второй. Все, красавчики. Поднимите. Калаш тоже минус. Я поднимаю. Я вообще умер. Поднимаю, калаш лутай, адекват. Понял. За, прямо в упор к дому. Да-да, поднял. Все, одеваю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нет! Я лежу. За домиком, за домиком. За домиком. Два хеда. Живой? Он живой? Блять. Меня убил. Понял. У нас блядь, упор, бежи давай. Справа. Блядь, Ира, сзади, сзади. Я хилюсь, хилюсь. Калаш, сейчас подними, поднял. Блядь, убивай. Блядь, меня убили. Меня убили. На фундаменте. Все, убил его. Ира, живая? Этот арбалетчик, блядь. Да убил я его, блядь. Я минус, все. Угу. Я наконец-то выполнил достижение. Я скрафтил нейлган. О, да. Сука, я заколебался от этой надписи уже. Вот так вот странно начинается у меня утро. Нет, я не ЧСВ. Это сделал подписчик. Кто именно, я не знаю. Но, мать его, это монумент прям написано Бонни. А, конечно, странно, но ладно. Он как бы, понятное дело, что как бы наискось не сделать эти стенки, поэтому как бы две H стоят. Бохи. Вот, и, значит, я вот обнаружил, пока бежал с рыбалки, я в рыбалке выхожу спать, что здесь построился еще и дом в упор. И там есть интересная такая табличка. Бонни, Сакур и сердечко. Вот, так что здесь, я не знаю, каким образом на самом деле палят, где мы играем там и так далее. Но, по крайней мере, благодарность этому человеку за то, что... Это не какой-то там хейтер, который сидит с пипасом каким-нибудь обоссанным и постоянно тебя крысит возле дома. Вот, за это, конечно, ему огромное спасибо. Не знаю, возможно, это тот человек, который соплю кинул нам под дом. Лоракс, не буду гадать, точно не помню, как его именно был ник. Но, бляха, это на самом деле довольно-таки приятно так просыпаться, потому что вчера, ребят, мы пытались, значит, отжать калаш, но... При онлайне в 200 человек, да, сервак начинает вести себя абсолютно неадекватно. Начинаешь зависать на выстрелах. То есть то, что разработчики говорили, мы исправили. Да, вот мои цыпы, кстати говоря, в 3 часа ночи лег только спать, чтобы нарисовать вот этих вот прекрасных дам. Вот, то, что они профиксили все эти провисоны, зависоны, нихера подобного. Вот, адекват вообще сейчас в депресснике. Он сходил на... Battlefield и заценил калаш, который мы так усердно пытались отжать. Он сказал, что там просто невероятная отдача, абсолютно зигзагом стреляет. И он сказал, что вообще по сути на калаш сейчас макрос написать даже даун сможет. Это меня очень сильно расстраивает, никакого рандома там на калаше нету. Я-то думал, там рандомная будет отдача. Но знаете, типа по вертикали, там по горизонтали, чтобы... Макрос, ну, невозможно было написать, потому что было бы постоянно рандомщина. Нет, адекват сказал, что как бы все, это ГГ, и можно сказать, что разработчики подсобили этим макросникам, и им стало еще проще с ними бегать. Вот, значит, сейчас нам надо лутаться, нам нужны микросхемы, ну вот, потому что рейдить мы не можем. У нас с вами имеется вот одна сиха, а вот, вот эту сиху смогу сделать. Мы не выбили еще ракетницу, ракеты вот мы налутали, это все у нас идет с вертолета. Так что будем что-то пытаться рейдить. Я думаю, что, ну, очень хочу отомстить тем пацанам, которые вот убили меня. Вот то, что арбалетчик убил адеквата, я убил арбалетчика. И там Томпсон со спины к нам выбежал. Мы узнали, что это вот эта вот хата, на которой мы стояли на фундаменте в тот момент, хозяева этого дома. И в упор там дом стоит, а эти пацаны нам вышли в спину с Томпсона и уже добили меня.
Вот, обидная была ситуация, очень все как бы нормально, все, всех раскидали, там один оставался за этим домом, и все, они просто перли со всех сторон, как бы, там еще этот лес, эти бичи, они повсюду просто, и мы просто не смогли удержаться именно, схватить этот гребаный калаш и, по крайней мере, с ним уйти. Ну, ничего, бывает, ребята, бывает, не всегда все идет гладко. Вот эта вот восьмерка, это Б. А я думал, кто-то строиться начал, хотелось сжечь все это нахрен. Ты чё, хейтер, делаешь? Не надо, смотри, там написано Бонни. А, вот теперь вижу. Ты видишь, что это за прелесть? Кажется, все-таки я ЧСВ. Кажется? Да. Это что? Это война у них. Война? Пойдем. Поползем давай. Ты чё там щелкаешь ногами своими? Хромой, блядь. Подожди, что это? А справа смотри, дырень. Вижу, вижу. Да, ставят что-то внутри. Двухстволка аккуратней. Минус один. Второй наверху, второй наверху. Это двухстволка. Минус он, все, зарашил. А, еще один, сука, он с двуручкой, он страшный. Не бери это он. Это Надя. Надя? Блять, мы убили своих. Пиздец, нет! Это подставной... Валькирия лежит, Валькирия. Снизу другой тип лежит. Ира. Сука, что за шесть? А снизу, короче, муж вел тип. Ага. Ну мы их спасли и убили, блядь. Она на меня жена махается топором двуручным, блядь. Ладно, ждем их здесь. Слышь? Мы ждем вас здесь. Все, я сказал. Бля, нихера мы с тобой антирейдеры, блядь. Они там твое спасение, блядь, на нахуй. А я и думаю, что чувак стоит, тупит-то, блядь, не бьет меня топором двуручным, махается просто. Бля, ну да, здесь у них нормально, вот. Так там вон, в это, в Надюхе, вон смотри, сколько всего. Ну да, в Иришке тоже Надя. Ну, он в тебя, Ирка в тебя выстрелила, я думаю, о, перезарядка, двустволка, давай рашить. Бью, все хорошо. Просто команда, блядь, командос. Ну, сука, оказалось, подставные, блядь, антирейды. Вот неловкая ситуация. Зато все честно было, главное, да? Без договоренности там и так далее. Блядь, это эпично было. Давай, подождем здесь, они залутаются. Давай. Двинем дальше. Сейчас мы с тобой прибегаем, а там человек 10 такие с калашами стоят, с макросами. Справа враг. Вон он за камушком прячется голый. А, ну похуй на голову. Ну сейчас спину, сука, будет. Давай зарубим его просто. А вон, все, убежал. Драпанул. Хера там, до хера накидывают. А вон бобки, да? Да-да-да. Пацаны рейдят все спокойно. Говорят, к нам никто не придет. Тут уже отряд выехал, берсерков, блядь. Дай бы, не беги так. О, тихо. Да. Бляха, дерьмово, слушай. Слева. Они с другой стороны сделали дыру, да? Лол. Бля, я иду. Да-да-да. Ну, с нашей да-да-да, стороны. Да-да-да, я понял. Спальники рубят. А нет, это здесь дырка это была. Шипы. Блять, мы их не перепрыгнем по тихому. Пойдем, турель обойдем сзади нее, Бонни. Она же вперед смотрит. Куда смотрит? Блядь, нет, она на выход. Да-да-да. Ее можно один забайтить, если только с другой стороны. Байчу. Я с тобой, блядь, рядом. Ты другую сторону смотри. Они сверху вылазить будут. К лестнице. Не, ну ты не топай так сильно-то, алло. Сер, помощь, я минус. Понял. Так, броню одел. Турель аккуратней. Я понял. Хилюсь. Давай, давай. Перезаряжаюсь. Надо побыстрее бы не нам сваливать. Подожди. Бля, у них тут жесть, братан. Чё? У них тут жесть. Я знаю. Давай пока контролю. Давай, контроль. Бля, я ХРБЗ выкидываю, короче. Пизду его. Да-да-да.
Замки, короче, все тут вот дропаю. Сихи у тебя? Да, 17. Пиздец, это много. Где моя СМГ, я что-то не понимаю совсем. Возьми. Секунду дай мне. Вон. Там еще надо что подлутать, посмотреть? Все, уходим. Пойдем. Хер на эту СМГ. Бля, красава, красава. А я, видишь, слишком близко подобрался. И они вдоль пушанули. Выглядываю, чтобы стрелять в него, а там сзади у него за спиной это СМС, ну как его, блять, турель стреляет. Mm-hmm. Я отступил назад, он стреляет и попадает в меня, сука, а я не вижу даже его. Да не, нормально, сама взяли лоб. Бля, дробовик хороший, 19 зажигательных патронов. Сейчас туда вернемся. Я еще в их броне, я сейчас еще скажу, пацаны, я свой. Зайду их там всех в упор убью просто. А я видал, что там ты рубрику говорил, ну, спрашивал аудитории, какую хотите, там ее тут придумал, типа, давай шпион. Да. Пиздец, да. Охуенная рубрика, ты заебешься ее снимать, блядь. Сидишь, блядь, ну а что, так и выкладывать, по два часа сидишь, наблюдаешь, блядь. Даже ничего, вообще не редактировать, блядь. Они снова долбят. Тихо, давай карты. Бля, опять мне байтить эту гребаную турель? Да нет, давай оба с этого края сейчас забатим, они по-любому выбегут по новой. Мне кажется, они уже закрыли двери, там все дела, да? Вряд ли. Я щелкнул Томпсоном, я думаю, они не против? Да не. Не-не, зовут он. Опа, это не я. Это NPC там вообще. Зачем стреляешь-то? Тихо, вижу. Дал пару хитов. Ага, пускай выйдет. Так, иду к тебе. Дал два хита еще. Дал. Бежит, бежит, дал, пушит, дал. Пушит. Да. Минус он. Красавчик. Держись, я хилюсь. Хилюсь. На расстоянии пока оба. Угу. Где они? Не вижу. Не вижу. Походу, на отхили тоже. Смотрю за лестницей. Давай попробую с другой немного стороны обогнуть, чтобы видеть. Давай, давай. Что с турелью, я не понимаю. Понял, я тоже отхожу назад маленько. Тер, живешь? О, да. У тебя там тело. Убил? Да, нормально. Дал тычку. Подожди, я этого петуха залутаю. Минус. Который нас... Красава, который рашил нас. Последний остался. А? Последний остался там. Ага. Тер, проверяю байчу турель. Давай. Надо туда ворваться будет. Хилюсь. Вышел, Боми, вышел! Блять! Я минус. Блять, поздно, ты сказал. Кстати, сзади у тебя. Сейчас этот будет вылазить. Да. По тебе, Бонни, работает. Два хэдшота, я минус, Бонни. Я лежу. Понял. Так, киллятся, тогда бегу по новой. Угу. Жду, пока он подбежит. Давай, я иду. Минус один. Красавчик, иду. Перезаряжаюсь. Этого на горе не знаю, где он. Но я жду, не лутаю, пока ты не придешь. Да, жди. Я уже почти подбежал. Тюльпан начал пробегать. Вижу на горе, там тело скачет. Понял. Одетая. Почему-то я его не вижу. Дал тычку, хедшот, он убежал. Хорошо. Лутаю я? Так, подожди. Так, вообще я подбегаю. Так, все, это я. Лутаю.
Шприцы надо? Не-не, есть. Тер, а. На. Спасибо. Так, бачу турель. Вон он на горе убегает куда-то. Голый. Дал тычку. Вижу, за, там внутри один. Чё ты ему дал? Контроль его. Контроль, я здесь попробую, с этой стороны что-нибудь. Дал 2000, который внутри. Понял. Это по мне лупит. Понял. Я попробую его забрать. Дал тычку. Красавчик. Наверху который. Да-да-да, вижу его. Он по мне попал. По мне попал опять. Так. Отхожу от этого железного дома. Угу. Давай, он на меня агрится. Я думаю, ты его заберешь, да? Думаю, да. Я слежу за этим. Все, минус. Красавчик. Так, я его быстро ултану. Давай, давай, давай. Все норм. Ебучая турель, как ее мне забайтить-то, я не понимаю. Я иду. Давай, давай. Я спереди, на дороге прям. Угу. Точно, машина есть. Попробую за машиной его забайтить. Нам повезло, вертолет улетел. Угу. Нет, понял. Я за другой машиной буду, с другой да, стороны, да, где вот понял. Ты обходил. Надеюсь, я смогу прокрасться так. Да, у них там дверей бегает. Нету, лол. Пропрыгнул на другую сторону. Не вижу его. Ну, сейчас будет, наверное, вылазить, пробовать. Угу. Контроля. Силюсь. Хилис тоже. Ну-ка. Байчу. Готово. Угу. На отхиле. А, на минус. Все? Вроде да, сейчас проверю. Да, на минус. Чё, теперь врываемся? Подожди, подожди, он справа. Давай потихонечку, аккуратненько. Давай, давай. Так, я уже подошел. Бежит. Это я подошел. Понял. Готов? Готов? Да, он справа. Понял, я хилюсь, хилюсь, тер, хилюсь. Красный Джой? Убежал, да. Подожди, я на хильбон. Он сдох, лол! Да? Найс. Он от, это не успел захилиться. Кросс. Нихера он в меня впаял, твою здесь мать. Здесь у него немного. Сейчас, на, держи два. Тер, держи, тер, все, наоборот, все, понял? Слушай, а... давай разобьем турель, чтобы они не зарядили да, ее да, снова. Да, тоже хотел тебе сказать. Тут камень, железо, сера, бензопи... Шприцы, иди возьми еще два в ящике. Дерево, пиздец. У-у-у. Так. Так, сейчас. Все, готов? Я ее разбивать буду. Да-да-да. Все, я разбиваю. А, еще два шприца. Все. Так, я пойду того чекну. О, дверь есть, шкаф есть. Заберу на всякий случай. Надо шкаф возьми в руки и проверю. Есть тут билда вообще? Бьет? Да. Бьет, да? Так, здесь броня. Орехи. Че, блядь? Так. Да, дерево нормально. 100 сера, бензопила, двустволки. Камень, железо. Вот, кловсы забираю. Биквалера. Штанцы. Я на второй так. Залез посмотреть. Дверь стоит. Угу. Так они колупали, били что-то. Да, тоже хочу посмотреть, что они били.
потолок, скорее всего, где-то, я не знаю. Армированный, кстати говоря, что за жесть? Бляха, сюда, слышь, может, Тиму берем и идем сюда дорейживать? Можно. Так, сейчас тогда. Ребят, нужна Тима. Короче, ребята, квадрат, говорю, рядом с аэропортом, а F-17, правый нижний угол. Все нужны. Вот, надо дорейживать дом. Мы сделали антирейд, отжали 17 бичей. Псих. Ну вот, здесь ресов очень много. Поэтому ждем вас. Удерживаем эту хату. Так, прям ясно. Срочно. Теряемся, Дрос. Да? Так, Тер, все, я на выходе. Давай, давай, я полазю, посмотрю, что это. Так, ребята, еще раз говорю, F-17, да, правый да, нижний. Да. Нашел, короче, да. Мобили. Представляешь, мы с тобой столько потели, могли Тиму взять, просто вынести этих пацанов на изи. Было бы не так интересно. Ну да. Я бы не так много отлетал. А я бы не так много убил. Ледоруб. Походу, тебя они забили. Что-то они не идут, либо они одеваются, я хз. Кажется, они просто далековато живут отсюда. Прибегают в основном поодиночке. А спальники рядом где-то кинули и все. Тоже это фуловый, сколько, считай, бежал. Брынь-брынь.